Rainbow English, учебник, 5 класс, вторая часть, Unit 4, Step 4 и упражнение номер 9. Нам нужно написать слова противоположного значения, в общем, антонимы. Причем мы будем использовать или наоборот убирать приставки. Напомню, это было в этом степе новое правило, что если добавить приставку an к прилагательному, то мы получим новое прилагательное с абсолютно противоположным значением. Например, у нас было happy, счастливый, а если поставим unhappy, это будет противоположное значение, то есть несчастный. Поэтому здесь давайте мы будем, ну тогда запишем сразу. Первое у нас unhappy. Ну, перевод я вам буду устно говорить. То есть счастливый, несчастливый. Old. А, нет, тут не все с аном, кстати, пардон, у нас кое-что будет из старенького материала. Old – это старый. Молодой – это совсем другое слово. Это young. Третье – small – маленький. Ну, это, я думаю, все знают. Big – это большой. Pleasant – приятный. Вот здесь мы опять работаем с приставкой un. Unpleasant – это неприятный. Затем пятый. Cloudy. Облачный. И опять работаем с приставкой. Uncloudy. Это безоблачный. Шестой. Uncomfortable. Неудобный. А мы теперь наоборот делаем удобный. Вот для этого мы просто берем и удаляем приставку. Получается просто comfortable. Удобный. Семерка. Uninterested. Не заинтересованный. А нам нужно наоборот заинтересованный. Убираем un и получается interested. Восьмерка. Unfriendly. Ой, минуточку, давайте я вам вот здесь тогда, как в тексте. Unfriendly, недружелюбный. Если un уберем, получаем обратно. Просто friendly, дружелюбный. Девятка. Untidy, то есть, значит, неряшливый, нечистый, ну, что-то вот такое грязненькое. А если уберем un, получается, наоборот, опрятный, чистенький, ну, то есть, просто tidy. И последний, десятый, unhealthy, нездоровый. Если un уберем, получаем здоровый, healthy.